Приехали мы в отель Виласару. Конечно, сразу нас поразил это берег. Это шикарный белый песочек и изумрудного цвета океан. Здесь на берегу прям Infinity бассейн. Отель был построен в 2009 году, и в 2016 была проведена частичная реновация. Он находится рядом с Мале, всего лишь в 12 километрах от аэропорта. И трансфер максимально удобный, 25 минут на скоростном катере. Размеры острова небольшие, всего лишь 400 метров на 200 метров, но остров максимально приятный и очень комфортный. Дорогие зрители, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и пишите в комментариях, как вам отель. Может быть, вы здесь уже отдыхали и вам понравилось. Это как раз лобби отеля, и здесь один из основных баров. А также помните, что тур в любой отель мы можем вам рассчитать и организовать вам отдых вашей мечты. Под видео есть контакты менеджера по туризму, так что обращайтесь. Вот такой прекрасный выбор напитков в баре. Отель работает на нескольких системах питания. И прямо по курсу основной ресторан, где сервируются основные приемы пищи у отеля. Очень приятная атмосфера, зеленая, ухоженная территория. Номер у нас в водных виллах. Сейчас мы посмотрим одну из них поближе. И здесь как раз на видео можно оценить масштабы пляжа и безумно красивый цвет воды. На Мальдивах он есть далеко не везде. И добро пожаловать в нашу водную виллу. Это стандартная ватервилла без бассейна. Но площадь ее 112 квадратных метров вместе с террасой. Очень просторный, современно оформленный номер. Тут проход как раз в гардеробную и ванную комнату. Ванная комната очень классная. Довольно минималистичный дизайн и красивая ванна. Можно принимать здесь ванну с видом на океан. Так выглядит терраса. Там есть небольшой диванчик для отдыха и два лежака, а также спуск в воду. Сейчас посмотрим террасу поближе. Очень приятно, что номер весь остеклен по периметру, то есть он максимально светлый. И вот она, наша терраса. И в завершение немножечко прекрасного подводного мира Мальдив, который никого из туристов не оставит равнодушным.